В дежурную часть Конаковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из садоводческих товариществ происходит стрельба. Значит, на место происшествия выдвинулся участковый уполномоченный полиции. Прибыв на место, услышав выстрелы, он попросил подкрепление. Значит, прибыл на место сотрудник ГИБДД. И совместно с ним они задержали подозреваемого. Так, что мы их запускаем? Вот за зеленой крышей следующий. Вот здесь близко. Да. А? Да. Сейчас поедет? Почему не сорить? Такая, да? Вот мы это, потом где-то.